Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем проходить игру Pathfinder Kingmaker. Итак, вот это место, где начиналась и прошлая серия, но мы сделали круголя через еще верхний слой и пришли к тому, что через этот проход нижний можно пройти только вот тут. Ну, это, по крайней мере, логика так говорит. Посмотрим, что на самом деле... Да, вот, скалопендрии. Так, я отдохнул в этом. Снаружи вышел, поохотился. Он, кстати, проверил. Валери шьет подгонку доспехов, делает. Своих, правда, только. Вот это вот плохо, что только своих. Но. Тоже буст. Ух ты! Так, они плюются. Да, еще своему персу я сменил оружие. Длинный меч одноручный поставил. Стоп. Шеф. Фу, нет, вон есть... кинжалами. Так, нет, мы подпускать ее как бы к врагам не будем. Пусть она лучше сзади бегает, с арбалета она стреляет. Кстати, ей тоже арбалет сделал. Ну, то есть, поставил искусно сделанный. Вот с ней, как не знаю, что с ней сделать, джейтал. Ее так вот просто не похилишь. Урон наносить ей. Похоже, тут прошла большая битва между клопами и кобальтами. Определить, кто победил, невозможно. Так, вниз прохода нету. Так, а здесь? Почему-то мне кажется, что здесь есть, нет? Смотрите, там что-то есть. А, нет, это как раз-таки вот. Здесь проход наверх туда. То есть у нас получается вот сюда только. Это мы, получается, сейчас к клопам идем, да? То есть туда наверх. Так, нет, стоп. Что-то там прям-таки растения. Страшненько. Что тут у нас? В пыли виден огромный извивающийся след. Здесь прошло... или проползло что-то очень большое. Теперь вот те растения, мне кажется, более привлекательными. Так, знаете что? Давайте, наверное, мы пробафаемся на всякий случай. Так, нет, ты у нас бафаешь на это, ты у нас бафаешь на это, а ты бафаешь... на вот это. Отлично. Блин, у них раны у всех. Вот, кстати, как с этими бороться? Кто-то не сделал. Just letting the ink dry. Everywhere I go, all hangs over everything. Либо просто повторились, да? Так, нет, ты же у нас вот это. Ты у нас вот это. What troubles you? И ты сама себе. Блин, ей после сразу отдыха, сразу ей сделал... как его называется? Нанесение легких ран. И все, хилок у нее больше нету. Теперь вот бегает она. Не знаю, что она делает. В общем, в сторонке так. Так, засейвились. Засейвились. Идем чекать. Ну, надеюсь, тут ловушек нету.
I'm listening. Not doing charge. Так их тут много. Ну-ка, сыграй на музычку. Так, по крайней мере, больших я пока не вижу. Как того большого паука. Так? Так. Значит, все тип-топ. Убили всех. Сейвимся. И немножко продвигаемся дальше. Я не знаю, я, конечно, возможно, просто-напросто пугливый, но надпись «Здесь проползло что-то очень большое». Гигантская плюющаяся моногоножка. Это явно не нечто прям восхитительно большое. Так, давайте все пробустились, вкинулись. Разорвали ее. Ага. Ога. Исчезай. Стоп. Продолжай петь. Джет. Занимаешься и этим. Ты. Ты идешь сюда. В надежде цепануть ее. Ты. Хватаешься на самую дальнюю. Ты хватаешься на вот эту. Ты включаешь приговор лечения и пытаешься ворваться вот в эту. И пока вы все вместе, давайте мы сделаем молитву. И сразу хил. Обалдеть! Так, Валерия. Хиляйся. Как так вышло? Джейтал. Вы вдвоем и не убили ее. Итак, я понял смысл посыла. Загрузить. Так, и как мы будем тогда с ней поступать? У нас сейчас забафаны. Это хорошо. Делаем молитву. Варвару проставляем его плюшку. Ты. Линси. Так, Линси, можешь скастовать нам волка? Линси. Окей, погнали. Раз. Два. This didn't work. I must be doing it wrong. Кстати, ты со своим лечением, приговором можешь начинать уже. Потому что битва вроде длительно идет, да? Так, всем быстро выйти в центр. Дабы сделать сейчас вот так. Раз. Два. Три. Четыре. И, пожалуйста, пусть это проканает. Потому что если... Стоп, а почему у тебя защита? У гнома нету топора, не поставлен был.
Так. Отлично. Если сможешь, выставь еще одного волка. И да, сделай уже. Половина. Гном, ты совершил атаку? Лечи всех. Так, Джейла отлетела. Еще разок. Варварку. Трим-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-там-там-там-там-там-там. Варварку. Ну, чуть-чуть же осталось добить, ребятки. Стоп. Есть! Молодец. Это Амири добила. Амири. Амири просто. Просто шикарно. Так, Амири, доби вот эту. Не нравится она мне. Валери. Валери, атакуй сюда. О, там их даже две, да? Отлично. Джет, давай тоже направляйся сюда. Так, вспышка. Ну уже гном сейчас скочурится. Давай, добиваем. Так, ты на кого атакуешь? Ты Валери бьешь, так? Джет, ну-ка давай сюда. Блин, не пробили. Чуть-чутка, ну. Все, огонь. Да ведь? Гном, хиляйся. Гном, хиляйся, говорю. Ну что это? Так, давай еще одну на варварку. Огонь. Так, ну и еще одну хилку сюда. Все. А, не понял, а что, ничего не выпало? Эмс. ТП. Вас что, не добиты что-то остались? Стоп, у нее усталость. Не вовремя ты как бы устаешь. Так, варварка, ты все потратила. Ты не потратил еще? Выключи способность. Кувалды. Будем тратить их на более сложных противников. Вы в пыли виден огромный извивающийся след. Здесь прошло или проползло что-то очень большое. Так я и это, наверное, карта от этих с севера идет от клопов, и поэтому такая же фраза, то есть написана. На самом деле я то, блин, тогда получается она выползла оттуда. Она же выползла с правой полосы. Возможно, что плюшки от нее как раз лежат там. А туда наверх это уже как раз в гости к клопам. Если мы сейчас у кобальтов были. Точно. Вот они, плюшечки. Все. Все? Я не знаю, по стенам расписаны сокровища, там, не знаю, мечи. Ну, так себе, конечно, клопенера. Что у тебя? Легкая кирка. 2,5. А в чем прикол? Не определено еще просто. Снятый шлем рестовского паладина. Эта вещь принадлежала древнему жителю Бревоя. Для знатока старины. Гибкая легкая кирка.
2,5. Усиление плюс 1. А кто у нас с ней может, например, сражаться? Ну, не ты явно, у тебя супер-мега-меч. 2,5. Не вариант. Коса. 2,5. Гибко сделано, искусные. Ну-ка, кстати, смотрим. Атака, да? То есть модификатор атаки. Не, остается тот же. Урон падает. Увеличивается. Вон в чем дело. У нее крит x4 у кирки. А что получить крит? Надо будет почитать. Мне вот интересно стало. Но шанс попадания как бы такой же. Я вот сейчас, например, предпочитаю лучше пушки, которые, у которых больше, ну, шанс броска высокого. То есть отсюда и делаем вывод, что будет шанс на попадание будет больше. Так. А это мы еще вниз идем. Не отсюда же мы пришли, так ведь? Нет, здесь скалопендры еще есть. Блин, у меня все уже и ловкость урон, и силе урон. Это вот то, что та оплевала. Нехило так. Блин, мне нравится больше с гуманоидами биться. От них зелики падают. Ладно, лечение пока не будем. Не будем лечение делать. Терпите. Кобальт буквально перекушен пополам. Так, сейчас как бы не сдохли все. А, нет, смотри-ка. Крутяк. Тайное святилище, тщательно спрятанное от посторонних глаз. Это реально голова дракона. Так, на продажу. Это валюта входа. А, ну блин, деньги. И тоже на продажу. А, неплохие деньги. Стоп. Это мы. А, это мы здесь приземлились. А куда мы тогда идем? Здесь тупик должен быть. И как это я так угадал? Гляньте-ка. Тупик. А здесь тогда что? Тоже получается тупик? Хотя нет, здесь может быть кругаля и наверх. О, тут еще куда-то пролезть можно. Стоп. Карта симметрична, что ли? Здесь залазишь, и здесь залазишь. Сейчас такой хоп, залазю, и там будет дверь. Фиг-то там. Repent. Угу. Ага. I'm not doing it wrong. The spell is flawed. Блин, мне нужны торговцы. Так, недуг спасает, не спасает? Нет. Лечение неудачи? Типа у меня веры не хватает? А, почему лечение неудачи? Недуга лечение. Так. Блин, как тут все запутано-то. О! Скелет-воитель.
Ну, давайте лучше по скалопендрикам. Так, достаешь. Раз, два, три, четыре. Включай песню. Заводи шарманку. Вставай давай. Что ж такое это, блин, везде? Так, это что? Вот куда эта дверь? О, как я устал уже бродить. На-на-на-на-на-на. Обширная территория. Знаете что, я сейчас вот... Если сейчас кого-то я увижу, я загружаюсь и ухожу. В обратную сторону. Все слышали? Блин. Что здесь такое? Здесь тупик, что ли? Кирпичик. О. Надпись гласит: во славу Талдора и бойцов 5-й следовательской армии, павших с честью. Ниже выбита дата. 2014 эра воцарения. March on. О, так это 4 года назад всего было. Щелчок, плита опускается. Скрежет, плита поднимается. Это помещение еще древнее, чем все, что вы ранее видели в подземелье. Слой пыли превратился в настоящее покрывало. Возвращается в исходное положение. А если мы наступим? Плита опускается. Если мы возьмем сюда. Щелчок, плита опускается. Нажимай. Скелет-воитель. Потихоньку уходим. Так, пока мы одну со скелетом, я пока сейчас не хочу сражаться. Вот в упор. Вот в эту сторону можно еще повернуть. Они у меня побитые все, раскрошены. О, а что здесь? Тайничок? Тайнички люблю. Клоп-отшельник? Клоп зло смотрит на вас и угрожающе шипит. Все? Блин, давай ты хоть поторгуешь со мной. Блин. Так, поехали. Большую скалопендру убили? Убили. Большого паука убили? Убили. Ну, теперь как бы и опасаться, да, в этих подземельях-то некого, как бы. А теперь хлоп, еще есть там скелеты-воители. Причем с двух точек. Ай. Давай, дожигай. А, у тебя ничего нету. Хотя ты можешь попробовать испугать их. Лечение включай. Мы же долго будем. Стоп, ты пытался испугать их.
так уж долго это произошло. О, давай. Блин, давайте зелья, обычные зелья. Исчезновение. Или шоковое прикосновение. Свиток, да? Стоп, еще скалопендр. Да сколько вас тут? Уже не успел, да, уйти. To victory! Так. Нет, нет. Нет. Окей. Окей. Что, пробуем так? Отлично. Стоп, там еще скалопендры. О, клоп! Клопы, здорово! Похоже, это ужасающая куча хлама, что-то вроде сортировочного пункта. Отсортируем, поможем. Да, точно, теперь здесь клопы. Вот сверху клопы тусуются. Скалопендра, да? Да? Да. Чем так орать? А это а тоже активирован? Нет. Только три. This spell's purpose is different. Отлично. Onwards. Кстати, это не вот вы здесь? Я тогда столкнулся с тем, что не мог допустить. По-моему, я сюда как раз таки иду. Ой. Клоп-разведчик, клоп-палач. Никого из врагов? Клоп, клоп. О, клоп. Союзник, приветствуй. Мы тренировай меткость. Лучше получать награда. Ты участвуй тоже, да? Так, нельзя использовать живое существо, даже врага, как мишень. Вы вправе брать в плен и убивать врагов, но не издевайтесь над ним. Можете его добить, но не мучайте. К хаотичному взлому. Ловкость. Состязание? Я участвую. Живой мишень интересней. Так, хаотичному взлому. Так, законопослушному нейтральному. Давайте вот вы не будете его это мучиться, да, издеваться. Можете добить, но не мучайте. Мы тренировали меткость, если кобальт будет мертвый. А, ладно. Мы убиваем этот и ловить новый. Да. А чё? Так, на старом ящике, переделанном под верстак, разложены самодельные пыточные инструменты. Я ковыряй дупло, старый платан, и получай по шее, ковырятель дупло. Ковырятель дупел. Клоп стража. Вот, давай, опускайся. Нет? Деревянный подвесной мост. Им должно быть часто пользовались, когда клопы и кобальты жили в мире. И я его не могу сейчас опустить. А что эта гигантская многоножка у них делает? Стоп, так это вот как раз и есть, да? А ну-ка. Я видел вот это издалека, вот эту часть. Когда они говорили, типа, о, как далеко. Вот, да, по центру.
Лоб-разведчик. Это что, тоже сортировочный? А, да, как раз сортировочный у них. И я пришел оттуда. То есть мне тут надо вот дочистить вот эту верхнюю часть, так, да? Да, какой ты шустрый-то, а? Стоп, ты кто? Амери. Впервые вышла. Оп. Оп. Ай, гном получил по люлям. Но встает, встает, говорю. Одна ловкость? У него прошла... По-моему, у него он излечился. Пока лежал. Чьи яйца тут лежат? Стоп. Она мирная. Конструкция, закрывающая гнезда, выглядит так, будто их неоднократно пытались сгрызть. И иногда успешно. Привратница там какая-то стоит. А это что? Это не наружу? Наружу. Квоги. Превратится Квоги. Ромашка! Сюда! Хороший, милый Ромашка! Заметив вас, превратница отрывается от игры с сороконожкой и оживляется. Союзник, я приветствую тебя. Ты проходить. Королева-воительница бда ждать тебя. Превратница восхищенно вздыхает. Королева прелестна, как маленький сороконожечка. Будь моя воля, я бы запретила таким существам пачкать своими пастями даже само слово «красота». Что там впереди? Нора под старый платан, где жить клоп и наш зверь. Наш зверь? Ты осторожно идти, некоторый зверь еще дикий, глубже есть другой нора. Всем опасно. Еще вверх тут раньше быть ход кобальт, но теперь он быть поломан. Кобальт камни ронять, мы мост поднимать. Пройти нельзя, жалко. Тот хоть лежать богатый сундук с добычей, никак его не забрать больше. А ты знаешь, где сейчас шаман кобальтов Тартук? Шаман фиолетовая шкура? Не знать, он бегает в наш нора, кидаться магия, королева гнаться за ним, королева знать не он. А можно мне как-то попасть в этот сломанный ход? Мост опускать плохо, шаман фиолетовая шкура, тогда убегай через мост может. Превратница размышляет, это значит шаман где-то на этой территории, да? На этой стороне. Превратница размышляет, вот что, союзник, сделай друг другу одолжение, да? Ты хотеть попасть в ход, я хотеть красивый шлем. Если ты идти нижний ход глубоко, там лежать большой умер паук. Наш великий воин, герой, ездить. Стоп, я находил, я клык тогда забрал. Нет? Ездить, он пока у него умер. Неси мне жвал. Да, жвал, там я видел, кстати. Я знаю, походу, где он. Неси мне жвала, тот паук, я давай тебе рычаг для мост. Ты забирай сундук с добычей, я делаю шлем с рога паук. Славно. Мне пора, прощай. Ага. Острый коготь. Не, это не то. Я понял, о чем он говорил. Гигантская многоножка. Фу, таким быть. Так. По-моему, я тут уже нехило так прошел. В недра пещер под старым платаном. А сейчас просто пещера под старым платаном, да? Так, давайте на этом серию мы закончим. Мы дошли уже до клопов. В два слоя сразу исследуем. Вот. В следующей серии, здесь, кстати, вот на выходе, я так понимаю, да? Я тут похиляюсь. Я стану лагерем. И похиляюсь. А уже потом начнем миссию как раз таки. Свеженькие, готовые к битве дальше. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотры. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.